11 августа в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошел круглый стол, на котором рассматривались вопросы, связанные с реализацией на территории нашей области федерального проекта «Детский спорт». Обсуждался большой спектр тем, в том числе ремонт спортивных залов в сельских школах, привлечение детей к занятиям уличными видами спорта, установка новых площадок на территории учебных заведений. Работа идет действительно хорошо, планомерно, системно, потому что координируется на самом высоком уровне. И координатором является Ирина Костина Роднина. Это и реализация ремонта спортивных залов общеобразовательных школ именно в поселениях. Это создание детских спортивных лиг, создание детских спортивных клубов, реализация каких-то специфических проектов. Ну, вот тут достойный пример – это наш проект «Омские орлята». В этом году областной детский хоккейный турнир «Омские орлята» прошел в 8-й раз. Об успехах в развитии соревнований рассказал его инициатор, заслуженный тренер России по хоккею, советник губернатора Евгений Шастин. Мне он близко, потому что я даже становление, и сейчас уже он действующий, все говорят, какой он хороший, и сколько людей его объединяет, и взрослых, и детей. И я в первую очередь хотел бы поблагодарить этого проекта, конечно, не состоялось, если бы не Министерство спорта во главе Дмитрия Ивановича Кокоряцева, Министерство образования. Хотелось бы, конечно, поблагодарить и нашего губернатора Александра Леонидовича Глухова. Большая помощь, он приезжает, и дети, конечно, когда видят первые лица нашей области, то они воодушевляются, так знаете, и становятся лучше, и дисциплиной, и играют, и это здорово. Проект «Детский спорт» постоянно расширяется. Важным этапом стало проведение летних профильных смен в детских оздоровительных лагерях региона. Еще одно направление, которое активно развивается в нашей области – роупскиппинг или прыжки на спортивной скакалке. В ближайшее время в регионе появится школьная лига, и к регулярным занятиям будут привлечены более 60 тысяч учащихся. В августе мы уже готовим методические материалы, проводим методическую работу по разным направлениям, чтобы облегчить работу непосредственно тех людей, которые будут участвовать в школьной лиге. Это различные алгоритмы проведения мероприятий, это презентация, видео, как выполнять упражнения, да, рабочие программы и различные методики организации. В завершении встречи активистов спортивной сферы поздравили с наступающим днем физкультурника и вручили благодарственные письма.